Вот шины вижу. Димон, ну что, создаешь брекфаст? Угу. Сидит там хакер. Вообще. Исчез. Я короче что-то начал, пацаны, я только исчез, не знаю, что а мы тут до сих пор. Подожди, Диман, да я из катсцены. Понятно, короче, у одного предыдущая катсцена, у другого следующая, а мы с Женей тут. А мы где-то в облаках. Только этот миг, это между прошлым и будущим. Вот мы с Женей. Мы застряли где-то. Давайте только не умирать, не умирать, ребят. Тут что-то машина стоит хорошая такая. Они уже начали играть. Они уже начали. И как теперь быть? Мы застряли в своем игровом зале. Мы в подвале тут остались. А чё, вы не можете выйти или чё? Ну у нас ничего не запустилось, ты исчез просто и всё. А мы тут остались. Мы в подвале в твоем. Ну выходите пешком. На улицу давай выйдем, да. Так у вас уже миссия идет или нет? Да, идет. Ну блин, а мы на сервере. Слушай, Диман, я так и знал, что надо было их пригласить в банду. Так я же кинул, блин. А никто не пригласился сам. Короче... Не, ну пока это, конечно, гораздо лучше, чем Breakfast. То есть прям интересно. Вот это прям реально интересно. И мы вышли на сервер, наверное. Подожди, Диман, а как они...